«Карнавальная ночь», «Чапаев», «Операция И». Эти и многие другие киношедевры не теряют своего обаяния и остаются любимыми спустя многие годы. Впервые в Белгороде эпохи советского кино посвящена целая выставка. Она собрала в зале филиала Российского фонда культуры старые фотографии, открытки и афиши. А многие гости выставки делились не только раритетными коллекциями, но и своими не менее уникальными воспоминаниями. И то, и другое в репортаже Екатерины Ковалевой. Раритетная техника, первая реклама советского кино и фотографии прошлого века. Все это пронизано духом ушедшей эпохи. Основная часть выставки – коллекция фотохудожника Владимира Савченко. Он начал заниматься поиском старинных фотографий, афиш и открыток 15 лет назад. В антикварных, букинистических магазинах и на блошиных рынках он приобретал раритеты прошлого века. Афиши собирал в Харькове, Ростове, Краснодаре. А подборку фотографий артистов советского кино, которая когда-то принадлежала директору киноклуба в Москве, попросту посчастливилось спасти от забвения. Недавно удалось приобрести несколько лет назад коллекцию фотографий. Просто родственники как бы за ненадобностью избавились от нее. Вот, хорошо, что не выбросили. Человек, конечно, собирал ее, я не знаю, может быть, не один десяток лет. Уникальные кадры, уникальные вот эти люди, которые снимались в этих фильмах. Сегодня фото расположились как кадры кинопленки в зале филиала Российского фонда культуры. В составлении выставки поучаствовали многие энтузиасты. Интересный материал принес белгородец Бондарев Александр. Это уникальная коллекция фотоартистов, собранная его мамой Евдокией Васильевной Бондаревой. Она когда-то была первым директором вот вновь построенного в 1962 году нашего театра. И здесь, вы знаете, ну просто целая коллекция фотографий с автографами артистов, которые побывали здесь на встрече. Посмотрите, Каневский, Кокшенов, Трауберг, Людмила Чурсина. На открытие выставки пришли не только любители советского кино, но и те, кто способствовал магии кинематографа. Одним из почетных гостей стала Мария Баскова. Когда-то она работала киномехаником при фронтовых полевых госпиталях. Киносеансы приходилось устраивать в самых экстремальных условиях. Бывало, во время сеанса отключалось электричество. И тогда 17-летняя девочка живописала продолжение киноистории в лицах. А как иначе, если раненые бойцы просят? Дочка, рассказывай, что дальше было. И я рассказывала наизусть все фильмы. Демонстрировала фильм «Котовский». А там есть такая сценка. Подходит парикмахер. И он, значит, ну как тебя подстричь? А он, значит, под Котовского. Котовский бритый. Там такой хохот. Но я же все это изображала, этого, значит, под Котовского. Если вы тоже питаете самые теплые чувства к советскому кино, то эта выставка для вас. Продлится до 26 января 2015 года с перерывом на новогодние каникулы. Фонд культуры работает ежедневно с 10 часов утра до 6 часов вечера. Екатерина Ковалева, Виталий Петренко. Новости мира Белогорья.